судить и слушать вам. Что вы, дорогие друзья, скажете об этом уникальном явлении? Этот композитор, этот мастер невероятен. Слушайте, сейчас начнется это чудо, и появятся ярчайшие сторонники, которые скажут, что ничего сильнее они не слышали, и, наверное, противники, которые скажут: «Так нельзя». Я специально не ставлю вам оригинал «Токката и фуги ре минор» в исполнении органа, потому что все любители музыки хорошо это знают. Это одно из самых центровых произведений европейской культуры. Это так же величественно, как и «Страсти по Матфею». Это так же грандиозно, как и фрески Микеланджело в Ватикане. Это так же безгранично, как и «Божественная комедия Данте» или «Фауст Гёте». То есть перед нами одно из величайших творений человеческого духа. Испортил Стаковский вот тем, что вы сейчас услышите Баха, или нет? Или открыл то, как Бах звучал бы в 20 веке? Внимание, начали!
что вы скажете? Одни скажут: грандиозно, невероятно, как будто бы музыка исходит от самого Бога, небеса разверзлись. А другие скажут: но. Мы с удовольствием вернемся к баховскому оригиналу и услышим куда более скромное звучание на органе, пусть даже на самом большом, но это будет Бах. Эти споры не утихают уже на протяжении многих лет. И вот прежде чем мы уйдем на перерыв, еще один фрагмент, тоже аранжировка Леопольда Стаковского, гениального дирижера, уникальной личности 20 века. Текст Мартина Лютера звучит так. «Христос лежал в объятиях смерти, Он предан за наши грехи, Он воскрес и принес нам жизнь. Для этого мы должны быть радостными, славить Бога и быть благодарными Ему, петь «Аллилуйя». Мартин Лютер написал текст, один из куплетов, который я вам сейчас перевел, и также мелодию «Христос лежал в объятиях смерти». Это была одна из любимых баховских мелодий. Он ее использовал в своей знаменитой кантате четвертой, которая так и называется «Христос лежал в объятиях смерти». Там поет хор, играет оркестр. Небольшой, как и положено во времена Баха. Стаковский сделал переложение. Послушайте.